рукава, фонарики, юбка, колокол и яркий платок. Швея делает последние стежки. Правда, вместо нижних юбок – сухие пальмовые листья. А вместо рук – солома. Красоваться в новом наряде масленице долго не придется. В воскресенье ее сожгут. Но останется ее двойник. Вторую соломенную красавицу пока прячут в кладовой. Наряд ее побогаче. Все потому, что она станет фотомоделью. С ней можно будет сфотографироваться на память. А у фонтана в центре парка десятки мини-чучел. Людмила Емельянова делает их сама. Мастерица уверена, русскую обрядовую куклу можно сделать сочинским сувениром. У меня пришла такая идея делать эти куклы, чтобы даже приезжие в наш город оставили кусочек памяти о этом празднике. Они такие красивые, с глазками, и вообще люди берут и на память. В это воскресенье масленица поможет сочинцам избавиться от проблем. Новую миссию на нее возложили сотрудники парка «Ривьера». У масленицы, вот у этого чучела, да, специально, значит, будет сшит такой фартук с карманом, в который жители могут писать записочки и складывать туда все свои пожелания, чтобы от них, значит, всякие беды, неприятности уходили. Ну, это традиционная такая вот интересная у нас такая есть затея, и она очень хорошо работает, людям очень нравится. Кроме непосредственно сжигания чучела, в парке приготовили много сюрпризов. Это и конкурсы с призами, и выступления народных коллективов, и бесплатные угощения – русские блины. Именно ими, да еще и с разными начинками, принято провожать зиму и встречать весну. Начало праздника в воскресенье в 13 часов.